Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофеи. Рыбалка. Без движения нет уженья. Девиз программы «Трофеи. Рыбалка», которая начинается в эту минуту на волне 101.0. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Сметанин, и я приветствую гостя передачи. Основное действующее лицо сегодня, как обычно, это Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на улице Комсомольской, 8. Василий, добрый вечер. Друзья, добрый вечер. Ты знаешь, Василий, буквально в прошлые выходные я проезжал всем известное, ну, многим известное местечко на реке Вятке. Называется Буйский перевоз. Да, есть такое место хорошее. Был я, ты знаешь, крайне удивлен. Какое количество рыбаков скопилось на льду, при этом солнце светит и больше плюс 10 градусов, как-то мне стало очень тревожно за судьбы этих рыбаков. Я больше того тебе скажу, что у меня знакомые рыбачили там вчера. Ага, совпадение. Ну, вот, то есть, я вот, проезжал там в субботу. Да. Вот, то есть буквально вот вчера, что они говорят по ледовой обстановке, лед уже достаточно плохой. Заход на лед вообще ужасно, то есть заходит там по каким-то бревнышкам или еще что-то. Mm-hmm. Вот. Настоятельно рекомендую этого не делать, потому что одно дело, там, не знаю, неглубокое озеро без течения, другое дело наша матушка река Вятка. Основная где, водная артерия, как где достаточно сильное региона. Течение, не дай бог провалиться под лед на тяге. Это очень страшно, и на самом деле последствия могут быть не очень. Друзья, заканчивайте зимней рыбалкой. Все, весна у нас на дворе, мы уже все готовы. Готовьтесь и, вместе с нами. Честно скажу, к рыбалке у нас летней, да. запрет действует с 1 мая в нашей области. И у вас есть сейчас уникальная возможность порыбачить на речках, на реках, а многие вскрытые. Вот я уже точно знаю, что открылась Пижма, открылась Немда, есть участки Вятки уже полностью открытые ото льда. И сейчас вы реально можете... Множество малых рек. Да? Вот я просто сейчас... Василий правильно подводит к нашей сегодняшней теме. У нас сегодня тема будет ловля взор маленькие будет обращен на маленькие и микроречки. Да? Я сейчас вот как раз говорю-то о том, что у нас сейчас есть месяц для того, чтобы вы реально можно половить. Причем можно ловить и поплавком, и спиннингом, и вы не будете считаться браконьерами, потому что вы ловите до запрета. Но, тем не менее, я хочу сказать, что отпускайте сейчас рыбу, она готовится к нересту, да, там, дать потомство, поэтому лучше все-таки ее вот в этот момент сильно не беспокоить, а если что-то очень хочется, можно поехать. И сейчас есть, почему я сказал, уникальный момент. Например, вот сейчас маленькие вот эти все реки, они открыты, но на них еще не началось половодье, потому что снега еще много, земля не отошла. У нас большая вода еще не пошла. Большая вода еще не пришла, там с полей сильно не потекло. Соответственно, реки не мутные, вода чуть-чуть поднимается, но уровень более или менее нормальный. Вот, льда уже нету, и поэтому передвигаться по таким речкам уже очень комфортно. Да? Там можно даже лодочку какую-то взять с собой, можно с берега это сделать без проблем. То есть, пожалуйста, поплавочная удочка, спиннинг, там, фидер какой-нибудь или еще что-то, можно уже практиковать абсолютно спокойно. В этом году нам погода позволяет, поэтому давайте все, закончим зимнюю тему у нас. Не будем рисковать своими жизнями. Да, не будем рисковать своими жизнями. Ни в коем случае. У нас очень долгая зима всегда. Я думаю, что нарыбачились уже все более чем. Поэтому лето впереди, и мы готовимся к нему. Так, можно я сейчас назову все-таки ту самую ключевую дату, которую мы загадывали в прошлой передаче? Да? Раз уж ты упомянул про 1 мая, вот до запрета, до вступления запрета, еще есть время для того, чтобы порыбачить. А завершается этот запрет по новым правилам 10 июня. Июня. Это правильный ответ на вопрос. 10 июня включительно. Включительно, с 11-го можно рыбачить. Да. И это вот тот самый верный ответ на вопрос, который Василий озвучивал в предыдущей программе «Трофеи. Рыбалка». И я просто сейчас хочу озвучить имя победителя, который самым первым прислал нам смс-ку с правильным ответом. Зовут победителя Роман Лопаткин. И вы, Роман, получаете подарочный сертификат от компании «Арсенал». Вот все, все по-честному. Да. И точно так же... Ну, правда, уже другой вопрос, я надеюсь, Василий озвучит. Конечно, вопрос будет другой. Сегодняшняя передача. Ну, а номер для СМС прежний 8-909-720-101-0. Итак, рыбалка на маленьких микроречках на территории нашего региона. Да, я, наверное, хочу... Вот... Переходим к этой теме. Да, переходим к этой теме. И я хочу сказать вообще, вот что в моем понятии малые
и особенно микроречки. Да, как ты меришь это? Ну, в метрах, вот, в ширину вот, или как? Как я это вижу? То есть вот для многих, там, например, многие считают там, ну, Быстрицу малой рекой. Нет, ну, по сравнению там, с чем? По сравнению с Вяткой, она малая река. Да, там, по сравнению с Волгой и Камой, там вообще малюсенькая. У меня на родине, на моей малой родине, речка, ну, ее можно разбежаться и перепрыгнуть. Вот это для меня малая речка. Вот. Микроречка. Ну, многие, вот я, тем не менее, говорю, что там Быстрицу, там какие-то вот такие реки считают достаточно маленькими реками. Ну, друзья, для меня это река такого среднего формата, не маленькая однозначно, особенно если мы... То есть нечто там... среднее между мной, да, упомянутой речкой, да, и да, Быстрицей. Да. Вот, то есть если мы там будем смотреть где-то приустьевые участки или еще что-то, там она достаточно широкая, глубокая и все оставшееся. Для меня малая река – это речка шириной, ну, максимум, там, не знаю, метров до 15, вот край, да, а микроречки я вообще рассматриваю, то есть там ширина 2 метра, 3 метра. И самое, что интересное, почему вот я решил в сегодняшней передаче поговорить именно о такой вот рыбалке, на таких, на такого формата реках, потому что многие такие реки обходят стороной. И для нас, рыболовов, это огромный плюс, потому что там нету прессинга, там нет браконьеров. Большинство думает, а что я здесь вообще могу добыть? Там нет браконьеров, да, как таковых. То есть рыба там живет абсолютно спокойно. И могу вас уверить, что вот в таких реках есть нормальные абсолютно экземпляры. Потому что, ну, к примеру, давайте, не знаю, там вот мы поедем на рыбалку в радиусе там 30-40 километров от города Кирова. Просто сами себе задайте вопрос, насколько часто вы там ловите щуку, там, например, ну, на килограмм, там, на полтора, и сколько их вы ловите за рыбалку. То есть у нас средний размер рыбки там такой 500-700 там грамм, редко до килограмма. Киложка уже вообще хорошо, там полтора вообще уже очень здорово. А если несколько за рыбалку, то это вообще это уже... Это вообще счастье. Просто там у нас выезд удался. Так вот, на малых реках есть там и двушечки, и трешечки попадаются, причем периодически, скажем так, за сезон можно поймать не одну, а такую рыбу там на килограмм. Ну, есть такие реки, где это такой нормальный средний размер рыбы. Это я сейчас говорю, там, например, о щуке, да, в разрезе спиннинга. Ловли. Но малые реки, например, для меня, они очень интересные с точки зрения ловли белого хищника. То есть, в основном это галавль. Галавль. Вот. Например, это микроречки, да, вот очень люблю на микроречках ловить галавля. Малые реки, там есть галавль, и на них же еще и очень часто бывает жерех. Почему галавль? Потому говоря что... же про езя. Нет, вот как раз езя там... практически не бывает. Практически не бывает. Вот. Ну, где-то вот опять же в приустьевых участках, если это притоки Вятки, он там может попадаться. При впадении, да, вот. Если это именно самодостаточные речки, которые впадают там в речки чуть более крупного формата или еще что-то, езя там нет. Вот. Там достаточно большое количество окуня бывает. Вот. Основные хищники, если смотреть, то есть это окунь, щука и белый хищник. То есть это галавль в основном, да, там в некоторых речках бывает же. А почему галавль? Потому что, ну, недаром его называют, не знаю, там, там форель вот, среднего региона России, да? То есть он очень схож по повадкам с форелью. То есть форель тоже любит маленькие быстрые реки, да? Он очень схож по принципу питания. Он питается практически тем же самым. То есть это жучки, паучки, которые падают с деревьев, плюс малек, да? То есть это хищник достаточно активный. Плюс это достаточно хитрая рыба, точно так же, как форель, да, там к ней нужно подобрать ключик, к ней нужно подобрать правильную проводку, вплоть до того, что там нужно правильно идти по реке, да, чтобы не спугнуть его. Ну и ловля, особенно на малых реках, она практически всегда связана с ловлей в приглядку. То есть мы видим рыбу, то есть я ее называю вот уже не рыбалка, а охота такая, да. То есть мы видим конкретно. Ага, подошли к водоему, вот, и вот, так вот мы видим рыбу. Мы видим рыбу, да. Мы пытаемся подобрать для нее приманку, да, то есть мы за ней охотимся. И в этом есть свой определенный такой кайф вот ловли на этих реках. Да, это очень, очень классная рыбалка, потому что ты все видишь своими глазами, а не так, что там с помощью электроники, эхолота, ты там на большой акватории там ищешь стаи рыбы, там еще что-то пытаешься ее поймать. Вот. А с чего бы мне хотелось начать? В основном, ну, даже вот в 90, не знаю, 5% случаев на таких реках я ловлю либо с берега, либо в забродку.
Вот. В забродку, то есть зайдя? Зайдя в воду, да. Ага. Совершенно верно. Такой формат рек, он не подразумевает, как правило, большой глубины. И, например, вот для себя там я выбираю речки такие, чтобы там, ну, глубина была метра там до полутора, да, чтобы я мог абсолютно спокойно передвигаться по реке. Потому что очень часто бывают берега, сильно заросшие кустами, там могут быть какие-то коряги на них, там или еще что-то. Такие речки очень любят бобры, там могут быть вот эти бобровые норы. Ну, да. Да, запруды. И, вот да, и берега могут быть непроходимые. Поэтому я выбираю реку такую, чтобы я мог в любой момент зайти в воду, да, и пройти непроходимый участок по воде. Это во-первых. Во-вторых, с воды рыбачить очень удобно на таких речках. Мы можем делать уже акцентированные забросы под оба берега, для нас они открытые. И самое, что главное... Как правило, кроны деревьев нависают. Да, нависают, то есть вот это все. На середине, когда стоишь... Стоишь, все очень свободненько, комфортно. Свободненько. И да. Самое, что интересное, ну, не знаю почему, но это действительно так, что вот рыба меньше боится рыболова, который находится в воде, нежели того, который находится на берегу. Это реально так. Это реально так, потому что у меня было в практике, что вот особенно при ловле головля, вот я видел хорошего крупного головля, который там стоял под нависшими кронами деревьев, да, там на легком таком течении. С берега я пытался ему там подбросить все, что у меня было в арсенале, я там перепробовал все воблеры, какие-то микроколебалки, там, вот проводки. Не заинтересовало. Максимум, на что его хватало, то он так вот медленно подходил там к воблеру, тыкался в него носом, разворачивался, вставал на свое место и стоял дальше, но он не уходил. То есть поймать я его не смог. После того, как я спустился там на 50 метров вниз и зашел тихонечко против течения и апстримом подал ему воблер, он клюнул с первого заброса. Как еще раз подал? Апстримом. Ну, то есть кинул не вниз, а вверх по течению. Ага, понял. Вот. Не знаю, с чем это связано. Возможно, в тот момент мне повезло, и у него вот, вот тогда включился там, инстинкт питания, да. Но, тем не менее, вот такая практика была, причем она была не единожды, и из этого я делаю вывод, что рыба меньше реально боится, и удобнее ловить и рыболову. Поэтому вот так. Соответственно, микроречки, которые вообще там 3 метра шириной или еще что-то, это однозначно речки, в которых мы ловим с берега, да, и точно так же там должны зайти в воду. Я это все к чему говорю, что мы сейчас первым делом поговорим об экипировке, которая нам необходима на этих реках. То есть это будет касаться того, что мы надеваем на себя, и это будет касаться защиты от насекомых. Друзья, у нас начинается весна, прекраснейшая пора, когда все расцветает, но есть такие замечательные, в кавычках, да-да, когда гады. Когда человек становится объектом чьей-то охоты. Вот, такие кого-то очень миниатюрные. Гады, которые не дремлют, и вот сейчас буквально только-только они начинают активно питаться. Это я сейчас все говорю о клещах. Вот. Ничего приятного на самом деле в этих насекомых жучках нету. Вроде бы ничего бы и страшного, там черт с ним укусит и достанешь, но вот те переносчики тех болезней, которыми они являются, вот они действительно страшны для человека. И в некоторых случаях они, к сожалению, вызывают даже там летальный исход. Поэтому... По статистике у нас чуть ли не каждый второй клещ вот несет в себе опасную инфекцию. Тем или иным он там заражен, да, поэтому к ним нужно относиться с полной серьезностью. Для тех, кто выберет для себя такой формат рыбалки, я вот честно скажу, что экипировка вообще будет номер один. Вопрос номер один. То есть снасти или еще что-то там, оно второстепенно, потому что такие реки, помимо там клещей, они могут быть достаточно обжиты гадами вот нашими змеи, этими ползучими, да, то есть это змеи, и ладно, это если будет ужик, а у нас в области есть и гадюк, да. Пополз, и все оставшееся, да, вот, поэтому мой совет перед тем, как пойдете рыбачить на реку, ну, реально, вот почитайте просто в интернете, посмотрите, какие змеи есть в нашем регионе. Просто их нужно знать в лицо, так сказать. То есть, нужно, ну, реально, чтобы понимать вообще, нужно или ну его нафиг лучше обойти там стороной и вообще сюда не подходить. Тем более весной они, опять же, собираются там для размножения, да, они вот в таких клубках, я наблюдал эти клубки из гадюк, то еще зрелище, рыбачить в этом месте пропадает желание просто напрочь. Ну, запугал. Теперь даем рекомендацию по экипировке. Во-первых, нам нужна однозначно будет одежда, которая позволит заходить в воду. То есть я говорю о забродных костюмах. Их на сегодняшний день достаточно много. Почему сказал именно костюмах? Потому что... А почему не отдельно сапоги? Вот, там, например, почему не отдельно сапоги? Да? Объясню. Например, рыбалку мы очень часто начинаем рано-рано утром. Рано-рано утром
выпадает роса. Да. И если у вас будут надеты сапоги, да, то, извиняюсь, пятая точка у вас точно будет сырой. Промокнет. Угу. Просто банально, от того, что мы уже будем... настроение испорчено. Да, да. Банально от того, что мы будем передвигаться по высокой траве, как правило, опять же, малые реки, они достаточно сильно заросшие травой, связано все с тем, что там никто не ходит часто, да, там ее не вытаптывают, она растет очень хорошо. Вот, соответственно, кусты какие-то низкорослые, вот эта вот трава, все это все покрыто росой, промокаешь на раз-два, поэтому именно забродный комбинезон, который позволит нам оставаться сухим. Их на сегодняшний день достаточно большое количество есть, можно подобрать на любой вкус, цвет и кошелек. Есть самые размер. Да, есть самые простые костюмы, выполненные из материала ПВХ, то есть тоненький ПВХ, снизу, ну, то есть он цельный, да, там снизу сапоги уже сразу же из Эвы. Вот, они недорогие, в принципе, подойдут для нашей рыбалки, но есть одно но. Они абсолютно не дышат. Ну, то есть, это не дышащий материал. То есть, и, соответственно, не снаружи тебя намочит, так изнутри намочит. Совершенно верно. Поэтому, если у вас рыбалка на малой реке, ну, вы знаете, куда вы едете, например, там определили для себя какой-то участок реки, там посмотрели, не знаю, там по компьютерным картам, да, там по снимкам, благо сейчас это все у нас есть возможность. Вот, например, вы понимаете, что там все проходимо, далеко ходить не нужно, вы для себя там нацелили кусочек на день там в полкилометра туда-обратно, да, то есть, вот все, вы идете недалеко, и это ваша основная акватория, да, вы можете купить такой костюм, и его, в принципе, хватит. Если же у вас, наоборот, рыбалка достаточно ходовая и активная, и вы передвигаетесь, там, ну, пускай там даже там, 3-4 километра за день, а не забываем, что это все равно сейчас у нас весна, лето, это уже нормальные плюсовые температуры, там где-то выходит солнышко и еще что-то, плюс мы заходим в воду, у нас получается конденсат вот этот, да, выпадает, то такой костюм будет не очень удобен, потому что реально мы вымокнем изнутри, так сказать. Снаружи у нас все будет хорошо, а вот изнутри мы будем испытывать дискомфорт. Но они достаточно бюджетные. Альтернатива-то есть? Альтернатива есть. Альтернатива есть. И здесь, опять же, на любой вкус, цвет и кошелек, и размер. Это так называемые вейдерсы. Чем они отличаются? Тем, что они выполнены из четырехслойной или там двухслойной, трехслойной, ну вот, как правило, самые такие популярные четырехслойные мембраны. Это как выглядит? Это тоже комбинезон? То есть или что это? Комбинезон, тоже комбинезон, но полностью выполнен из мембраны. Угу. Соответственно, он имеет дышащую способность. То есть у него два показателя. Показатель водонепроницаемости и показатель паропроводимости. Вот. Ну, то есть конденсат, который он отводит от тела. Такой костюм надевается на термобелье. То есть мы, если, например, тепло на улице, мы используем тонкое термобелье. Если на улице холодно и холодная, например, вода там прохладная, но вот в начале сезона мы можем использовать либо толстое термобелье, либо, грубо говоря, тонкое термобелье с пододевкой там флиса такого. Вот. В таком комбинезоне мы абсолютно комфортно можем передвигаться на большие расстояния без проблем. Мы в нем не потеем, нам все комфортно. А точно так же мы заходим в воду как угодно. Такие комбинезоны, они очень легкие. Они не стесняют движений, правильно подобраны по размеру. Он абсолютно не мешает рыболову заниматься любимым делом, то есть ловить рыбу. Не отвлекаемся уже ни на чего. Нам всегда сухо, тепло, классно. Мы ловим рыбу, и все, больше нас ничего не волнует. Немаловажный вопрос. А много ли там отверстий всяких кармашков? Нет, на них там кармашков нет вообще. То есть дополнительно как правило, нужно какую-то сверху приобретать, да? Вот, дальше. Следующий вопрос, о чем хочу сказать, что вот все, вот, например, с вейдерсами мы определились. Я не буду сейчас вдаваться в какие-то подробности. Я думаю, что по забродной экипировке вообще стоит сделать отдельную передачу. Там очень много тонкостей и нюансов, потому что эти бейдерсы бывают уже совмещенные с сапогами, бывают с неопреновыми чулками, под них можно подобрать там правильные вейдерсные ботинки, еще что-то. Не будем об этом говорить. Боже, индустрия. Да, просто целая, скажем о том, что вот вейдерсы нам подходят для такой рыбалки. Значит, карманов нету, и следующим атрибутом, который нам нужен однозначно в экипировке на такой реке, это либо поясная сумка,
в которой вот он надевается на пояс, там есть коробочки в них, да, там все мелочевочка, которая у нас лежит. Либо, что более практично, по крайней мере для меня, я использую так называемые забробные жилеты. То есть это жилетка, но она не длинная, а достаточно коротенькая, на которой куча карманов, на которой... Чтобы не мочилось это все в воде. Там, На ней куча карманов, на ней куча каких-нибудь там пристежек, застежек, да, то есть там вплоть до того, что есть такие специальные, его называют еще третья рука, то есть такой, грубо говоря, манжет на липучечке, да, то есть мы спиннинг сюда, хоп, так прилепили, он у нас висит, у нас обе руки свободны, мы там меняем приманки, что там занимаемся сменой, там отцепляем рыбу или еще что-то, да, для того, чтобы сфотографировать и отпустить, все, руки у нас свободные. Вот, поэтому я советую жилет. И следующее, что немаловажно, костюм. Ну, если мы используем вейдерсы, то понятно, что у нас там термобелье, но сверху я обязательно надеваю курточку от так называемого энцефалитного костюма. То есть, что он из себя представляет? Это на самом деле... Резиночки плотненько прилегают. Достаточно, да? Достаточно дешевые, недорогие абсолютно костюмы, из, как правило, выполнены там либо из смесовой, либо из хлопковой ткани. Вот. Советую выбрать костюмчик, у которого есть так называемые ловушечки для клещей. То есть, это такой дополнительный, опять же, манжетик пришитый, да, который не дает там клещу забежать выше. И вот здесь вот мы это все пробрызгиваем там гардексом или еще чем-либо, каким-то репеллентом, вот, репеллентиком, да. И, соответственно, клещ, добегая до сюда, упирается, вот он подлазит под этот манжет, и там это самое... Благополучно. Благополучно. Ну, нас не кусает, короче. Вот. Соответственно, такие костюмы очень недорогие, и обязательно советую их использовать. И самое главное, там есть капюшон и застегивающаяся мелкая сетка. А, ну, это вдвойне приятно. Вот. Друзья, поверьте мне, как рыболову, который провел на малых реках очень большое количество времени, вот эта сетка вам сыграет... Просто, не знаю, там, главную роль, когда вы будете ловить где-нибудь в середине мая. И обломает в июне кровососущих насекомых. Все, да. То есть, особенно, когда вылетает мошка, это что-то с чем-то. Вот без такой экипировки на малую реку я бы не отважился пойти, честно скажу. Если там с вейдерсами еще как-то можно свыкнуться, там, черт с ним, нету их, там, сапоги надеть какие-то, да. Вот, там, может быть, там, не жилет, а сумку, но если у вас нету сеточки, ну, реально, там, рыбалка превращается в мучение, и там меня хватает на 30-40 минут, потом я бегу в машину. А, кстати, руки. И все. А, на руки... Рукавицы, перчатки, нет, здесь есть вопрос такой, что если у нас вот очень-очень сильный гнус, гнус, да, и он нас пугает, я использую тонкие медицинские резиновые перчатки. Ну, это вот просто мой совет. Потому что использовать какие-либо тонкие перчатки из материала, их прокусывают. Вот комар прокусывает. Пронзит, да. Вот. Использовать толстые, мы теряем чувствительность, которая нам нужна. Тонкие резиновые перчатки спасают на раз-два. То есть, реально не прокусывая. Руки потеют. Ну, с этим приходится как-то мириться, но ничего страшного в этом нет. Вот. Реально не кусает, реально у нас есть чувствительность, они стоят копейки, там 2-3 пары я с собой в карман кладу на тот момент, если там они порвутся или еще что-то, да, меняю. В принципе, мне хватает там на день рыбалки, и я себя чувствую абсолютно комфортно. Кто-то на руки брызгает репеллентами или еще что-то. У нас были плачевные результаты с этой точки зрения. Мы там побрызгали репеллентами, они попали на пальцы, потом реально я там брал воблеры, надевал, у меня ничего не клевало, у напарника клюет, у меня не клюет. Начали выяснять, что, где, почему, вроде бы как мы там все то же самое делаем. Я взял его воблер, у меня не клюет, он взял мой же, вернее, вот этот же воблер у меня, и у него перестало клевать. И здесь мы поняли, в чем дело. Это тоже, пожалуй, Василий, отдельная тема для программы. Ну, да. Как пользоваться, как вот пользоваться этими всеми и чем репеллентами, там их очень много. Как это влияет на рыбу, на ее активность и так далее. Я думаю, что там с лихвой наберется на передачу. Перед тем, как мы уйдем на перерыв, на рекламную паузу, я предлагаю прямо сейчас озвучить вопрос и смотаться на рекламу. Давай. Благополучно. Вопрос сегодня будет такой. Как называется крупная, тяжелая, безлопастная приманка, которую ведут рывковой проводкой? А вот так. Все ясно. Надеюсь, что все ясно. Пишите 8-909-720-101-0. Автор первой смс-ки с правильным ответом получит, как и наш победитель в предыдущей передаче, Роман Лопаткин, сертификат подарочный от компании «Арсенал» на «Комсомольской 8». Василий Мамонов, эксперт компании.
Мы делаем рекламную паузу. Да, и скоро, потом продолжим. Скоро продолжим. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Продолжается программа «Трофей и рыбалка». Наш генеральный партнер – компания «Движение нефтепродукт». Я хочу напомнить, что в конце апреля мы будем разыгрывать 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнера. Так мы поступаем в конце каждого месяца. А победителя выбираем путем голосования в рамках конкурса фотографий. Фотографии с уловом. Обязательно пост специальный появится в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Так что будьте внимательны. Едем дальше. Сегодня говорим о ловле на малых и микрореках. Не сказали, наверное, но я, может, это, конечно, подразумевается, но вот в чем, а в такого рода речках недостатка-то в нашем регионе нет. Таких, вот в том-то и дело. Да. Вот мы с тобой вот перед эфиром тут буквально перекинулись парой слов. Для меня вот такая рыбалка, она, наверное... Ну, такая самая любимая рыбалка для души, да, потому что реально даже вот в радиусе там 50 километров вот этих рек куча, но их многие не замечают, многие их проезжают, да, там не заостряют на них внимание, и до какого-то момента у меня на самом деле было точно так же, то есть мы пытались там поехать на Вятку куда-то, да, там уехать на Волгу, не знаю, там... на больших катерах каких-то или еще что-то. Да, в этом тоже есть своя романтика, да, в этом тоже есть свой адреналин, там, ловить крупную рыбу на большой реке, там, на мощном катере с мощным мотором, там, передвигаться, искать. Все это здорово, но вот именно вот эта вот камерная ловля на малых реках, вот это очень-очень красивая природа, когда ты вот один на один с ней, у тебя нет конкурентов, как правило. То есть мы ездим вот именно там своей компанией, там нас 3-4 человека, и по реке мы расходимся, и реально там за день не видимся, там вечером уже в лагерь приходим и делимся какими-то впечатлениями. Своими, там, впечатлениями да. А можно, Василий, я думаю, вопрос немаловажный задам. Мы же в наших передачах зачастую пытаемся мыслить и мыслим как рыба. В этих малых и микрореках рыбе вообще комфортно? Эта рыба, вот та, которую мы озвучивали, она заходит... там, из более крупных рек, либо она там на постоянную живет и размножается. Здесь есть, опять же, особенность. Например, если я выбираю участки, ну, вообще ловлю на малых реках весной после запрета, да, например, там, ну, вот июнь месяц, да, начало июня конкретно, то я при всех прочих равных выберу приустьевые участки рек. То есть я посмотрю по карте, где эта маленькая река впадает в более крупную реку, да, либо она там может быть притоком нашей Вятки, да, там очень много притоков у Маломы, например, да, очень много притоков у Пижмы. Вот. И я выберу приустьевый участок. Связано все с чем? Вот сейчас весной рыба вот в эти маленькие речки начинает подниматься. Ну, то есть она однозначно в них заходит. Почему? Потому что там, ну, во-первых, более светлая вода, это раз. Во-вторых, вода в таких речках быстрее прогревается, это два. В-третьих, в таких речках за счет того, что вода светлее прогрелась, рыбе проще питаться. Там, как ни странно, больше корма, потому что по основной артерии, да, там несет много мусора, вода мутная, да, там рыбе некомфортно. Вот, поэтому она уходит либо в какие-то заливы, а очень и очень любит она заходить вот в эти реки. Причем достаточно высоко от устья она не поднимается, то есть это может быть там, ну, в пределах там, не знаю, там, 5-7, там, редко 10 километров. Потому что потом там уже речка становится действительно совсем маленькой. Вот. Туда рыба заходит, она там может нереститься, она туда может зайти после нереста для того, чтобы отстояться. И вот как раз, когда у нас заканчивается наш запрет, начинается золотая пора ловли на малых реках в приустьевых участках, потому что рыба начинает обратно скатываться в большую реку. Но какая-то часть ее там остается. Ну, есть там, не знаю, она... Ей там комфортно, классно, не знаю, питания много, конкурентов мало, да, и вот она там остается действительно жить. Плюс есть своя жилая рыба, которая, опять же, весной в приустьевые участки приходит с верхов речек для того, чтобы питаться, потому что там корм больше. И мы встречали, не буду
друзья, к сожалению, вот не буду называть название этих рек, да, я думаю, что ищите каждый для себя там свою клевую речку. К сожалению, у нас очень большой такой прессинг может быть, а маленькая речка выбивается там на раз-два. Ну ладно, ладно, не будем озвучивать. Не буду озвучивать речки, названия, но у меня были потрясающие рыбалки, когда мы приезжали, и вот реально ты ловишь рыбу чуть ли не на каждом забросе, и рыба достаточно крупная, и вот ее много, и вот ты сегодня ловишь... Тот же Головль. Да, да? Вот ты сегодня ловишь, завтра ловишь, приезжаешь, через три дня нет рыбы. Ну, вот на этом участке, где ее была тьма, буквально там два дня назад ее нет, все, она скатилась. Она ушла. В таких моментах надо подниматься, наоборот, вверх. Лучше всего подниматься вверх и пытаться ловить ту рыбу, которая уже там живет. Ну, вот, то есть жилую рыбу. Например, тот же Головль, как правило, в малых реках, это оседлая форма. Да, то есть, которая там конкретно живет. Например, та же щука приходит очень часто. В там, поисках добычи, опять же. Там, например, тот же жерех приходит, да, там очень часто. Там, тот же окунь, как правило, жилой. Да, ну, то есть, вот такой вот эндемик там уже именно конкретно вот этой реки. И поэтому, да, там нужно идти и смотреть, и искать. Перед тем, как перейдем к снастям, ну, не всем, конечно, мы сегодня только одну разновидность, да, снасти, ну, мы сегодня будем говорить о спиннинге. Еще один вопрос, да, мне хочется знать. По сравнению с большими реками, с той же Вяткой, активность рыбы на маленьких речках, она чем-то отличается? Вот. Там вплоть до осени, до глубокой осени можно там пытать счастье. Можно ловить вообще круглый год, вплоть там зимой, со льда, как угодно. То есть там реально рыба то же самое. Единственное, что скажу, как бы вот там рыбу поймать проще, чем на той же Вятке. Потому что ты ее видишь, как я уже сказал. То есть ты реально понимаешь, что вот она есть. То есть на большой реке ты можешь это посмотреть, как я уже говорил, там с помощью только спецсредства и эхолота. И ты будешь смотреть, и ты будешь видеть вот эти там какие-то силуэты рыб, но ты не будешь понимать, что это за рыба, ну там с большей вероятностью, да, там можешь предположить только. Ты не будешь там понимать, а в каком она вот сейчас находится там стадии активности, то есть клюет она там, кушает, не знаю, просто стоит, отстаивает. Там, пришла за каким-то мальком, то есть, что она здесь делает в этой яме там, или на перекате. Вот, ну, мы можем только догадываться. Здесь мы можем реально наблюдать за жизнью этой рыбы. Кстати, еще одним обязательным атрибутом — поляризационные очки. Без них рыбачить очень трудно. Полярики — это реально вот как взгляд под воду. То есть, надевая поляризационные очки, мы можем видеть вообще все, что происходит там под водой. Потому что такие речки, у них, как правило, вода бывает достаточно чистая. Да, мы находимся все равно в какой-то такой тени, да, там относительно. И в поляриках мы прям очень хорошо можем наблюдать за обитателями. И это на самом деле... как и в солнечную погоду, так и в пасмурную. В пасмурную погоду то же самое. Там блики точно такие же, да, от воды. Поэтому поляризационные очки всегда, каждый там подбирает их для себя, желтые, серые, коричневые, там какие угодно, это уже подбирайте, смотрите, но полярики нужны, именно поляризационные очки, подчеркну, потому что бывают очень часто очки, которые надеваешь, там, да, они темные, но они не поляризационные, нам самое главное — убрать блик. Итак, у нас чуть более 10 минут остается, и мы, видимо, сейчас перейдем к тому, что Василий будет делиться конкретно своим опытом, что же он именно использует для ловли рыбы на малых реках. Да, мы поговорим о снастях. Смотрите, мы не будем говорить о поплавке. Мы не будем говорить о поплавке. Если вы думали, нет. Вот, мы будем говорить о спиннинге. Значит, ну, во-первых, многие как считают, что вот малая река, не крупная рыба, поэтому будем ловить ультралайтом. Да, действительно, ультралайтом ловить можно, классно, море эмоций, там, драйв, адреналин и все оставшееся, но я для себя тему такого вот вообще ультралайта, там, то есть спиннинги с тестом грамм там, до 5, до 3 или еще что-то на малых и микроречках я абсолютно закрыл. Например, я очень часто ловлю на маленьких и микроречках с тестами спиннинга там, грамм до 20 вообще. Если это касается, там, например, ловли воблеров, там, воблерами, твичингом, да, и когда я ловлю щуку, то есть я выбираю достаточно мощную палку. Связано все с чем? Ну, друзья, вот малые реки, они, как правило, бывают либо очень сильно заросшие,
высохшее, да, там много травы, бывают сильно закоряженные, то есть подводных препятствий, где рыбе спрятаться после подсечки очень-очень много. И, ветки спускаются. Да, воду, и если, у вас, нет, да. если у вас в руках будет ультралайтовая снасть, в том понимании, которым есть там, да, там, до 3, там, до 5 грамм, то, соответственно, у вас и приманочка будет маленькая, на которой будут достаточно тоненький крючочек установлен, да, будет намотана тонкий шнурочек, да, там будет миниатюрная катушечка, но все как надо будет собрано. Вот. И при встрече с серьезным трофеем, а я считаю, что для реки там такого формата там рыба около килограмма, это уже нормальный такой серьезный трофей. А если мы говорим о головле в килограмм, то это, не знаю, там для многих это предел мечтаний, то есть это очень достойный крупная рыба. И головль, он очень-очень сильный, и в малой реке он может дать такой бой, что вот эта, к сожалению, снасть, она не справится. То есть если где-то там в свободном пространстве, где нам ничто не мешает, мы можем заниматься там этим вываживанием и 5 минут абсолютно спокойно с расслабленным фрикционом, то здесь рыба нам эти ошибки не простит. То есть в первые там 10, 20, 30 секунд, если мы не сможем сдержать ее первый рывок, она зайдет в первую попавшуюся корягу, замотает там шнур, и все. То есть рыбу мы не достанем, мы потеряем приманку, мы потеряем рыбу, мы испортим себе настроение, поэтому здесь мы используем достаточно мощные снасти, ну, конечно же, в разумных пределах. В разумных Поймал пределах. Себя на мысли, но мы же находимся на малой реке, что нам мешает подойти? Ну, не всегда это бывает удобно. Для того, чтобы снасть отцепить. Снасть, может быть, да. Рыбу потеряем однозначно и расшугаем вот здесь своим заходом, там, и вот этими движениями, там, подниманием коряг, отцеплением воблера, всю рыбу в радиусе, там, не знаю, там, 40 метров, и все, и пойдем дальше. Контраргумент, конечно, да. Вот, поэтому используем достаточно мощные снасти, но, например, для меня там очень комфортные удочки, если в разрезе головля мы сейчас говорим, да, то с тестом там грамм до 10-12, и самое главное длина. То есть я использую удилище длиной там 1,60 м, 1,70 м. Вот вообще вот такие вот коротышечки. Покороче, в общем. Вот, коротышечки. Угу. Во-первых, с ними очень комфортно ловить на такой реке. Мы можем делать очень грамотные и точные забросы. Вот, такого удилища вполне хватит там для этих дистанций, которые мы имеем. Вот, оно будет хорошо справляться с вываживанием рыбы. Такая палка будет очень-очень легкая, да, она будет практически там невесомая. И такая снасть будет очень комфортная. По весу там то же самое, что ультралайтовое удилище, там, но более длинное, да. Шнур я использую, опять же, не совсем тонкий, то есть это 0,8 по японской классификации, такой, ну, хороший уже шнурок с разрывной нагрузкой где-то около там, 6 килограмм, вот он нужен. И основные приманки, то, что касается, там, например, головля, это понятно, что воблеры, да, там воблеры-кренки, но последние там 2-3 сезона я очень активно начал ловить на микроколебалки, которые изначально были сделаны для ловли форели. Вот. Но, тем не менее, наш с вами хищник, он недаром сказал, что голова очень схож по характеристикам на форель. Вот. Микроколебалки, они оказались очень универсальными, подходящими именно под те условия, которые есть на микроречках, потому что колеблющаяся блесна – это та приманка, которая позволяет нам проловить абсолютно все горизонты воды. То есть, если мы начнем вращение катушки сразу после приводнения, мы можем провести ее по самому верху. Ну, там уж, слава богу, не такие они и большие, ну, эти да. горизонты. Вот. Ну, нет, тем не менее, если мы, например, захотим заглубить ее до дна и провести ее у дна, без проблем. Плюс колеблющаяся блесна даже на паузе, когда падает, она тоже работает. Красиво. И так называемая сыпучка, да, у нее, то есть она сыплется, рыба, опять же, на это реагирует. Чем, скажем так, и выгодно она отличается от воблера? А у воблера есть что? Все, у него есть только лишь игра, когда мы его ведем. И он заходит на ту глубину, которую ему задал уже производитель. Например, там, одним и тем же воблером, если это не какая-нибудь там тонущая модель, да, мы не можем проловить там и верх, и среднюю там горизонт, и у дна. Вот, колебалкой мы это все можем сделать. Понятно, что мы сейчас говорим о микроколебалках, это размеры там до, не знаю, там, 3 там, сантиметров и вес там, до 4-5 грамм, вот такие. А очень часто я, например, ловлю там вообще колебалочками там, в грамм весом, в 1,5 грамма. То есть они совсем-совсем миниатюрные, они темного цвета, как правило, да, они имитируют не молоть рыб, они имитируют жучков, насекомых, жуков. Вот. И одна из фишек рыбалки на малых реках, чем мне нравится, почему я сказал, что это охота. Что мы делаем?
мы встаем выше по течению, то есть мы, например, там нашли, вот кусты нависают прям к воде, да, сделать заброс туда, ну, фактически нереально. Запустить по течению, сплавить воблер можно, да, но воблер против течения имеет очень такую напряжную, сильную игру, да, не всегда это нужно рыбе. Ну, мы там, например, прошлись, посмотрели, ага, там стайка голавликов там стоит, причем все, вот, стоит под самыми кронами. Как заставить его клюнуть? То есть голавлик такая штука, которая очень хитрый, да, он там придирчиво относится к приманке, то есть все. Мы берем обычный с вами листочек. Бумага? Листок. С дерева. С дерева, лист, вот, любой. Бумагу с собой нужно еще носить. Берем листок дерева, кладем на него нашу микроколебалочку. Так. А так как она весит там 1 грамм, то есть у нас получается как кораблик. И бережно как кораблик спускаем. Бережно как кораблик отпускаем на воду, открываем дужку, скидываем леску. У нас листочек этот заходит под те кустики, куда нужно. Легким движением руки сдергиваем. Только туда заходит, мы закрываем дужечку, начинаем сдергивать. У головля создается полное ощущение, что приплыл листочек, с которого упал жук, и он начинает медленно тонуть. Реально происходит там сумасшедшая поклевка, радость вываживания, и трофей в руках, фотографии, и все, и рыболов доволен. Запомните секрет от Василия Мамонова. Реально вот листочек, доставка приманки, да, вот такая, вот такая штука мне позволяла ловить достаточно крупную рыбу, и честно скажу, там, например, для малой реки, вот у меня личный рекорд на одной малой речке, она шириной 1.3 метра, наверное, с копейками, вот там у меня пойман голавль на 300 килограмм, именно вот таким вот способом. До этого я пытался сделать заброс туда, я оборвал воблер, то есть я увидел, что вот он висел, но я решил, что вот после того, как я поймаю, потом я туда залезу и сниму эту приманку там с дерева. Василий, проясни, это твоя личная находка или где-то все-таки подсмотрел? Я честно скажу, это не моя личная находка, я ее нигде не подсмотрел, я ее прочитал в журнале «Рыболов-спортсмен» за 1967 год. Вот, надо периодически обращаться, да, к классике. Понимаете, да, друзья, там в то время у наших рыболовов, да, у коллег того времени не было там фактически никаких там воблеров или еще что-то, да, но они то же самое хотели ловить рыбу, и они придумывали различные ухищрения, то есть ловили там вот на эти блесны, да, там на какие-то, то есть точно так же ловили на малых реках, вот, и сделать там заброс какой-то там вот той блесны в то время там с инерционной катушкой, ну, составляли определенные проблемы, и поэтому вот там была такая статья, как доставлять там приманку в труднодоступные места. Вот, вплоть до того, что там, если, говорит, вы рыбачите там поздней осенью, у вас там на берегу уже есть снег, там можно было снегом облепить приманку, да, там, чтобы сделать ее более тяжелую, ну, маленькую приманку, чтобы сделать более тяжелую, закинуть, там упадет в воду, растает, и делать проводку. Ну, то есть, это все, ну, вот есть вот в старых наших этих... Жизненные такие советы-то, да. Вот. Да. Я это почерпнул оттуда, попробовал первый раз, второй раз, третий раз, поймал рыбу и пользуюсь этим регулярно. Ну, то есть, это одна из таких особенностей. Вот. Например, потом на малых реках, помимо голавля, очень достаточно большое количество бывает именно вот щуки. Ее, опять же, мы ловим интересными техниками. То есть, если это большая река, то мы там джиг, да, там какие-то воблеры крупные достаточно, еще что-то. А здесь, например, при ловле вот на таких маленьких речках, в первую очередь, первым номером при ловле щуки выступают силиконовые приманки, не огруженный силикон. Ну, потому что там нам огрузка не нужна, нам дальность заброса там в 3-5 метров любая силиконовая приманка полетит. Со спрятанным офсетником она становится абсолютной незацепляйкой. Мы можем кидать там ее в самые какие-то вот дремучие места. И не бояться оторвать. Вот, абсолютно не бояться ее оторвать, проводить. Она очень естественно играет, потому что на такой реке глубины нету. Если мы там повесим даже джиг-головку какую-нибудь там весом там в 5-6 грамм, у нас приманка будет очень сильно бухаться на дно, там не будет вот этой проводки. А здесь мы реально используем ее без огрузки на офсетном крючке. Понятно, что с остальным поводком проводим где угодно. Вот это вот для меня, опять же, монтаж номер один, который позволяет поймать рыбу там в 95% случаев. Ну, давай посоветуем в любой реке. Какие приманочки? Насколько они все-таки велики оказываются? Если мы
Все, что касается щуки, все, что касается щуки, даже на малых реках я редко использую приманки менее 10 сантиметров. Ага. Ну, потому что даже там шнурок на 300 грамм абсолютно спокойно такую приманку заглатывает, да, съедает и не испытывает никакого дискомфорта. То, что ж там говорить о рыбе там, в килограмм и больше весом. Вот. Но опять же, для щуки есть такое правило, там большому куску рот радуется. Это действительно так. И даже в малых реках ей проще один раз кинуться за крупной добычей, чем несколько раз там, да, ну, поймать мелкую. Uh-huh, uh-huh. Поэтому это правило здесь точно так же работает, и приманки меньше там, 10 сантиметров я не использую. А в некоторых случаях иногда бывает такое, что использую достаточно крупную резину, там и в 15 сантиметров, да, то есть и закидываешь ее и ловишь щуку. Uh-huh. И в малых реках очень часто бывают вот крупные вот эти мамки, да, которые, угу. их не сильно много, там, например, на участке там, в километр она может быть одна. Ну, вот она и контролирует этот участок, да, вот это ее вотчина, поэтому она здесь, и там могут быть рыбины и в 3, и в 5 килограмм легко. Поэтому и снасть, и снасть там должна быть соответствующая, да, и приманка уже соответствует. Поэтому вот если вы хотите там ловить ультралайтом в чистом его понятии, да, ну, выберите для себя вот среднюю реку какую-то, да, там, возможно, даже там большую реку, но в береговую зону, да, ну, то есть то место, где будет нам комфортно вываживать рыбу на тонкую снасть. Микроречки и малые реки, они, к сожалению, накладывают определенные требования и условия. Есть еще 5 минут, а по катушкам какие? Пауза. Катушкам есть какие-то рекомендации для малых рек? По катушечкам, вот в той передаче, в предыдущей, мы коснулись конкретно там мультипликаторных катушек. Вот, есть, опять же, адепты, которые ловят мультом в условиях малых рек, но мне это все проще делать, на самом деле, без нырцонки. Связано все с тем, что там очень стесненные условия. Очень стесненные условия. И сделать заброс тем же мультипликатором можно, но нужно просто потрясающе владеть техникой вот этого заброса. На, грубо говоря, там малом пространстве суметь загрузить спиннинг, разогнать приманку, чтобы у нас там куда-то что-то полетело. Именно в то место, в которое. Вот смотрите, даже на реке там шириной 3 метра, иногда нужны бывают забросы там, на 20 метров, если мы кидаем, например, либо вверх, либо вниз по течению. То есть вдоль. Понятно, что так-то ее там можно и перешагнуть, и перепрыгнуть, но иногда нужно будет кидать так, потому что рыба может не подпускать к себе. Вот. Потом золотое правило, опять же, при движении по реке, на малой реке, если мы идем, ловим в забродку из берега, нужно всегда двигаться вверх по течению. Не вниз, а всегда вверх. Потому что если мы будем двигаться вниз по течению, заходить в воду, вот вся муть, которая она у нас есть, вниз, да. она пойдет вниз, а мы будем пытаться там ловить рыбу. Рыба поймет, что что-то вот, Рыбу мы вот этим шугнем, и, к сожалению, ничего не поймаем. Поэтому мы движемся только вверх, движемся достаточно медленно и комфортно, чтобы ближе нам к берегу было держаться. Вот. Или лучше можно всего посередине, потому что на малых реках рыба стоит под берегами. Ее очень трудно бывает зацепить вот где-то в середине реки. Вот реально, то есть вот это береговая зона, потому что там подмытые вот эти корни, да, там деревьев, еще что-то, то есть она там стоит. Середина реки мало интересна для нее. Бывает в определенных случаях, там, например, та же щука выходит на струю, встает, да, но это бывает либо поздней осенью, там, не знаю, что у нее там сдвиг какой-то происходит, но это реально так бывает, она встает вот в эти трубы, ничем не примечательный рельеф, там вообще ничего нету, и там стоит какая-то огромная масса щуки. Вот, объясняется... Она реагирует на... Да, она реагирует на приманки, она клюет. Это уже по очень-очень холодной воде. Мне это объясняли ихтиологи тем, что... И вот, кстати, весной такая же штука бывает. Она встает на пески, там, да, на такую тягу там, достаточно сильную, где нет никаких рельефов. Она чистится от пиявок. Ну, то есть, вот реально осенью, когда вода становится холодной, щука встает в какие-то укрытия, эти пиявочки уже к ней присасываются, да, а весной их достаточно много, за зиму к ней присосалось, и вот она встает вот на эти протяги, да, и чистится от пиявок. Она там трется об дно, течением их сносит, и вот она чувствует себя комфортно. Ну, вот это вот такое объяснение, которое мне уже дал, скажем так, человек, который непосредственно занимается там изучением повадок рыб. Вот, поэтому... Идем вверх по течению, и здесь немаловажным моментом будут вот эти проводки, да, то есть мы большинство
большую часть времени в рыбалке будем проводить, закидывая приманку вверх по течению, так называемым апстримом. Это накладывает определенные условия на проводку. Безусловно. То есть проводка когда должна, течение на тебя. Когда течение на тебя, проводка должна быть более быстрая для того, чтобы завести там, например, воблер, да, чтобы у нас там успела закрутиться вертушка, чтобы мы всегда выбирали эту слабину, чтобы мы могли почувствовать поклевку. Поэтому вот это учитывайте. Если у вас при забросах вверх по течению не происходит каких-либо поклевок, то мой совет здесь какой? Ну, для себя здесь нужно будет сделать выбор. Нужно будет отсечь какой-то берег. То есть либо левый, либо правый. Посмотрите, какой там перспективнее, еще что-то. То есть мы прижимаемся максимально к берегу и делаем забросы поперек течения. Противоположный. Да, противоположный берег, но поперёком. Ну, то есть там даже вот 3 метра мы делаем заброс поперек. Складываем дугу по течению, начинаем вращение приманки, она у нас будет играть по-другому, скорость приманки будет другая, очень часто рыба на это реагирует. Возможно, именно на это откликнется. Да, очень часто она на это реагирует, поэтому вот нужно смотреть, но тот берег, да, который у нас есть, мы его убьем, скажем так. Ну, то есть мы будем идти там фактически рыбе по голове и ловить из-под противоположного, поэтому вот для себя выбирайте, что там вам интереснее. Ну, вот такие советы. В общем, до 1 мая... Многое из того, что Василий сегодня порекомендовал, можно уже успеть попробовать. Можно попробовать. Я больше того скажу, что я уже сам был на рыбалке на малой реке, поймал 2 щуки, и нормально пока рыбу клюю. Я тут в выходной снова собираюсь. Не скажу, где. Ну, тут да, пожалуй, малые реки тот случай, когда каждый для себя может счастливое место найти вполне себе. Я единственное, что подскажу... На одной и той же реке. Да, там. Единственное, что подскажу по малым рекам, как поступаю я, вот я долгими зимними вечерами реально открываю карты, да, сижу и смотрю вот фотографии со спутника, выбираю какие-то перспективные участки реки, то есть там можно это, открыть... возможно, изгиб, там, да, не то знаю, там, место там, впадения там... одной речки в другую. Совершенно такой, верно, да? То есть там можно ведь открыть, померить масштаб линейки, понять, что она там 3-5 метров в ширину, вот, посмотреть, где там есть ближайшие подъезды какие-то к ней. Я вот, например, на этот сезон себе наметил там где-то порядка 15 маршрутов, которые я хочу проверить. Ранее неизведанных еще. Ранее неизведанных. Это та же... Те же самые речки, на которых я был уже, на каких-то я уже долго рыбачил, на каких-то я был там 1-2 раза, но я выбрал немножко другие участки этих рек, которые, по мне, там, ну, может быть, будут более перспективны. Да, но при всем при этом не забывайте о личной безопасности, в первую очередь, то, с чего мы начинали, да, сегодняшнюю передачу. Да, совершенно верно. И вот мы сегодня в секрете оставили те места, где Василий рыбачит, но вы, когда отправитесь, вы хотя бы родных-то в известность ставьте, куда вы отправились. Обязательно, обязательно, друзья, да. Безопасность на рыбалке прежде всего. Да. Спасибо, на этом завершается очередная программа «Трофеи и рыбалка». Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Мы выходим по четвергам с 8 до 9 вечера. Видеоверсия обычно появляется на нашем YouTube-канале. Канале и на сайте kirova.ru на следующий день после выхода программы. Так что смотрите, слушайте, мотайте на ус. Без движения нету Жени. До свидания. Да, всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка.